Что ж, экспедиция ритейл продолжает свою работу, и сейчас мы уже входим в магазин Бербена. Рядом со мной Шамиль, который как раз сможет мне рассказать о том, каким образом развивается данный магазин. И мы постараемся все технологические особенности именно этого магазина посмотреть. Шамиль, добрый день. Добрый день, Таня. Да. Ну что ж, магазин очень привлекательный, находится в торговом центре, который, на самом деле, вот ту идентику, которую я увидела, я так сразу почувствовала себя в московском метро. Да, да, тут интересно, он как бы подвальное помещение, и как бы обусловлено тем, чтобы центр города не загромаживать большими зданиями, она находится как бы под землей, и наверху парк, парковая зона, то есть как бы... полезность с приятным совмещен. Да. Предлагаю уже действительно начать прогулку по вашему магазину. И вот вы сейчас сказали о том, что мы находимся в полуподвальном помещении. При этом вот обратите внимание, что здесь так сделано удачное пространство, в данном случае, да, что вот эти окна в потолке позволяют не испытывать ощущение, что мы находимся в подвале. Да, вот такой естественный хороший цвет, который наши девочки используют даже для фотосъемок, там просто как бы такая интересная получается фотография. То есть да, она не давит, ничего, то есть люди понимают, что мы как бы под землей, но она не давит. То есть и потолки такие высокие, и сам свет такой обусловлен теплый. То есть подбор света тоже обусловлен с ним то, что под землей теплый свет, чтобы человек на холодный свет не давил. Здесь на старте всегда стараюсь спросить, сколько квадратных метров в этом магазине. Вот чуть-чуть циферок, сколько квадратных метров, SKU, вот прям чуть-чуть. Около 1000 квадратов торгового помещения и 20 тысяч постоянного SKU. И здесь я хочу отметить, мы же все время про туристов, и иногда про туристов практически незаметно. А здесь заметно. Расскажите про эту точку. Мы действительно находимся все-таки уже в туристическом регионе. Да, у нас последние 2 года прям наплыв туризма. И мейнстримом стало, чтобы забирать какие-то там необычные подарки с Махачкалы. Здесь у нас свечи в основном. И у нас были папахи и тапочки. Тапочки разобрали. К сожалению, осталась уникальная с каракулевой. Какая. Да, сейчас самая, да, кстати. И вот, и плюс у нас бурка. Ну, бурка у нас обычно турист любит фотографироваться, то есть как бы она такая... Эмоциональная точка. Да, его может фотографировать, тут такую точка для селфи, селфи-зона мы его называем. И вот наше тепло, наши частицы, они там забирают с собой наши гости. То есть таким образом, помимо того, что магазины, это такой там именно... наша такой идентичная наша ДНК, которую турист забирает с собой. Обращу внимание сразу, что есть вот это говорящий такой продавец. Вы как это называете? Продающий это табличка, говорящий продавец, да. Ну, двух, как бы, то есть он объясняет покупателю, что это, как, что, потому что как бы... О чем же вы думали, когда вы создавали данный, да, проект? Ну, на самом деле все проще, потому что информацию человек получает очень много, а тут визуально он просто посмотрел, подумал, там как бы не всегда нужен консультант, он может почитать, если ему дальше интересно развивать историю, и зовет девочек. То есть как бы первую информацию он получает. И у нас и политика там тут видно, там, как мы относимся к покупателям. Да, да. Мы с Шамилем уже поговорили на рамках нашего интервью, и там как раз некую тему про сервис мы затронули, но все-таки действительно покупатель всегда прав. Если покупатель не прав, вернуться пункт первый. Да? Все-таки сервисный магазин, ценностный магазин у вас в приоритете. Да, да, мы как бы мы считаем, что покупатель он задает тон, он задает тренды, и то есть мы как бы прислушиваемся к нашему покупателю. То есть для нас покупатель приоритет в именно этой ситуации. А вот мы когда вошли,
Один из моментов атмосферы магазина для меня – это когда я вхожу в магазин, часто я слышу, помимо, во-первых, я как бы ощущаю от света, насколько мне там комфортно, некомфортно, но я еще обычно слышу магазин, слышу в каком плане, есть какое-то звуковое сопровождение. В вашем случае этого нет. Почему? Ну, мы не ставим звук с всего там нашей религиозности, да, как бы ислам нам запрещает, не знаю, как это будет в кадре осветить, то есть как бы запрещает музыку, сейчас музыковое сопровождение, и как бы у нас обычно играет либо Коран, либо какие-то звуки. То есть, а так звук мы не ставим, ну, музыкально не ставим. То есть это уже особенность именно территории, да, соответственно, как бы... Да, это религиозная уже какая-то особенность. В принципе, там, в Махачкале 80% магазинов без звука. То есть, во-вторых, я считаю, что мне навязывает какой-то шум тоже, как бы, я иногда бываю в магазинах, ну, не нравится мне эта музыка. То есть хозяину нравится, маркетологу нравится, мы вынуждены себе слушать репертуар, который нравится не тебе. Ну, то есть вот, а тоже, видите, к вопросу о том, что когда ты приезжаешь здесь и сейчас и смотришь, ты же никогда по фотографии это не поймешь, да? То есть в любом случае это вот особенности форматов, про которые мы должны думать и, ну, скажем так, не так, не форматов, в данном случае именно территории, на которой мы находимся. Да, там, ну, как бы это много, у многих там в Турции, допустим, мало, в Эмиратах мало музыки. То есть это нормально, то есть как бы это нормальный тренд. То есть человек просто отдыхает, но пришел отдыхать. Кто хочет музыку послушать? Да. Поняла. А, кстати, вот когда входили в магазин, тоже не могу не обратить внимания. Во-первых, я понимаю, что пришлось вам сделать... Не пришлось, очень хорошо вы обыграли историю, что слишком прозрачные стекла, да? С чем связано, что пришлось сделать? У нас дети как бы стукали стекла, ну и взрослые стукали стекла, пришлось как бы их обыграть таким образом. Да, чтобы понятно. Нам ролики смешные не выставлять в интернет, мы поставили такую некую такую матовую блендериновую линию. Самое-то главное, что опять из сложности возможности, да, то есть вместо того, ну, если мы видим, что явно появляется проблема, именно то, что люди там щелкаются стекло, то можно сделать очень красивый, я могу сказать, это одно из очень таких достойных применений брендинга, да, на входе в магазин. Отлично. Но у нас очень такая крутая команда и девочек, и маркетологов, и персонала, то есть они как бы, это все их совместно решается. Здесь еще раз там мы забыли упомянуть нашу команду крутую. Она у нас на самом деле крутая. Ну, это еще важный момент, что я вот находясь вот здесь, на стартовой точке, посмотрите, сколько времени мы находимся здесь. Во-первых, я вижу весь магазин. То есть вот я его, в принципе, практически весь вижу. Во-вторых, очень достойно интегрирован брендинг. Мы точно понимаем, что мы находимся в Бербене, и это отлично. Давайте я сейчас предложу как бы пройти какие-то сервисные моменты, мы еще пройдем, здесь увидим. И на самом деле меня сразу притягивает, это, я так понимаю, классическая промо. Да, промо. Да, это промо-зона у нас, допустим, продукт, который, по сути, является расходником, интересная цена, две штуки за 499 рублей. Здесь у нас идет старая коллекция, ликвидация старой коллекции, то есть очень качественный товар по совсем смешной цене, то есть человек, которому не критично с чего там, допустим, то есть для них очень, и да, линейка самая такая достойная. Интересно очень, да, ну немножко даже удивительно, что приходится по промо-цене продавать. И сразу смотрите, посуда в действии, то есть у нас полностью весь комплекс, как же это может быть показан. Здесь не могу не отметить смег. Расскажите, почему? Да. Смег, он на самом деле локально является одним из лидеров продаж. То есть это в топ-100 товаров невест входит, топ-100 товаров там женщины, которые необходимо в доме входит. Ну, как бы. И здесь у нас коллаборация с нашими друзьями 05.ru. То есть как бы мы его не продаем сами, но мы говорим, ребята, она, вот она есть, и вот через 20 метров можете пойти купить она. И мы показываем, как он будет в интерьере смотреться, как будет сочетаться с нашей посудой. То есть как бы здесь такая полезность приятная.
коллаборации я очень люблю, и действительно, я сначала немножко удивилась, вроде как мы заходим в магазин товаров для дома, и не всегда, и при этом я потом нигде не встретила какой-то действительно большой выкладки бытовой техники, и теперь уже стало абсолютно понятно, отлично, что можно вот делать такой обмен трафиком. Вот, ну и я так понимаю, что это некоторые особенности уже именно традиции, да, вот опять же, в наших магазинах в центральной полосе мы мало увидим таких этажерок, здесь это в традиции. Да, это обычно используют для сладостей, то есть это мы как бы показали, тут обусловлено тем, что я их на полке не поставишь, что-то на витком видит, человек понимает, как она на столе будет выглядеть. Угу. А она просто в собранном состоянии продается, да? Да, да, вот в собранном состоянии, но здесь как бы он, человек воочию может видеть, примериться, там, как на столе она смотрит, то есть. Угу. То есть, то есть фрукты, кондитерка, такого характера. И здесь у нас опять продолжение акции, то есть какие-то вещи, которые там в силу того, что вся коллекция не осталась, осталась частично, идет там ликвидация ассортимента. Угу. То есть здесь тоже, да. А здесь тоже как бы там обычная история, то, что их берут, для фотографий берут наши дизайнеры, наши самомщики, фотографы, угу. И что-то для себя люди находят. То есть как бы детали, которые там какие-то вообще не критичны для коллекции. Так, продолжаем дальше, и мы уже подходим сейчас, уже нельзя не пройти мимо СТМ. Да, да, да. Один из примеров того, где есть логотип, соответственно, когда мы говорим про СТМ, сколько, еще раз, ну, по пути, я так понимаю, еще посмотрим какие-то примеры. Как бы мы здесь обусловлены тем, что СТМ мы хотим... продукт, который вы хотели бы себе там выбрать для себя, там качество, цена, там материалы, тактильное ощущение, чтобы, чтобы там при использовании какие-то там, чтобы вещь не портилась. Мы как бы даем тех задания нашим партнерам, производителям и получаем продукт, который мы бы там достойно бы себе дома взяли. То есть мы его поставляем на полки. В данном случае это наш кавказский дуб. Почти, практически пожизненная гарантия на доску. Mm-hmm. Здесь два хлориаца, здесь для подачи, здесь для нарезки. То есть mm-hmm. она такая, ох, простите. То есть нюансы, да, да, кстати. Да. Кстати, я даже об этом, честно скажу, не очень-то и думала, действительно. Да, это сейчас стиль подать на этом, как бы это нормальная mm-hmm. история. Да. Его тоже используют для подачи. Здесь уже обычно кофе, чай, здесь можно что-то порезать. То есть два в одном. То есть вещь как появляется и к элементам декора, и его функциональность. Вы знаете, а я ведь сейчас впервые об этом подумала, что когда-то... вот для меня сейчас действительно приходит некоторое открытие, что ведь когда-то действительно были нарядные, у меня, моей мамы, например, были нарядные доски, и я не понимала, зачем это. А ведь по факту действительно подача на красивой да. стороне. Да, 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 слушайте, правильно. Я, конечно, удивляюсь, когда приходят такие вроде как открытия. А ведь знаете, это действительно, вот, я совершенно не лукавлю, до меня только сейчас дошла эта история. Да, вот такая интересная. Ну, у нас таких много ходовок о многих продуктах есть. То есть, как бы мои рационализм и качество у нас как бы на первом месте таки mm-hmm. стоит. То есть, а потом. Вы знаете, ведь я хозяйка, да, в данном случае, то есть я понимаю, что часть вещей, которые мы утилитарным образом просто используем, ну да, красиво, вот она висит, а то, что на ней просто действительно даже вот так специальным образом подать, мы об этом не задумывались, просто потому что нам такой рецепт использования не давали. И зачастую, ровно потому что нам не подсказали, как именно пользоваться той или иной вещью, вроде как предполагаю, что и так все знают, да? А, ну, и люди в итоге привыкают пользоваться так, как им когда-то научили. Вот, ну, да, интересные нюансы, люблю такие вещи. Я вижу, тут еще сервировать, но я так понимаю, что уже что-то здесь ваше, что-то не ваше. Да. Есть какие-то более простые решения, да, в той же формате. У нас полка дерева, так мы называем, тут у нас деревянная история, то есть как бы здесь материал из дерева сделан, то есть как бы люди, которые там именно... важен сервировки в нем в деревянном, то есть это все здесь в одной локации у нас, то есть это для них сделано.
И мы постепенно дошли, скажем так, вот до середины магазина, и надо вот обратить внимание, что вот мы пошли по центру, да, вот центральная галерея, которая четко ведет в сторону такого экрана, рядом находится тоже ваш символ, но уже в виде такой мебели и стола. Мы за ней сейчас замечательно провели интервью, поработали, очень комфортное такое пространство. Вот скажите мне, пожалуйста, когда создавали это пространство, вы про это сразу подумали или к этому как через какое-то время пришли? Ну, на самом деле проект создавался командно, то есть по возможности благодарю моих коллег, которые нам очень сильно помогли. Это задумка нашего дизайнера, то есть как бы здесь предполагалось все-таки много вариаций, то есть люстра была, ну потом оставили только его. Да, идея была изначально, чтобы проводить ивенты, место сбора, митинг, да, то, что там заблудился в магазине, там, где мужа оставить, где ребенка оставить. То здесь у нас раскраска обычно бывает для детей, а мужа на телефонах, здесь такой быстрый Wi-Fi, то есть, чтобы не отвлекать женщину там, от спокойного созерцания и выбора продукции. Медитация, да, женская, так называется. То есть для этого обусловлено. Ну, как бы по выходным здесь бывают какие-то мероприятия, ивенты. То есть основная история такая. То есть экран, который там можно показывать презентацию. И вторая история, которая была, мы сейчас ее дальше допиливаем, это как бы собрать дизайнеров, которые будут помогать там прям на большом, как вы там моделировать их комнату. То есть такая тоже идея есть, но как бы она сейчас в технические там есть проблемы, которые пока не можем решить. Ну, смотрите, мы сейчас находимся в магазине, это среда, сейчас час дня, и, в принципе, мы не ожидаем, что здесь будет там большое количество людей. Самые пиковые нагрузки в магазинах когда? Ну, как обычно, у всех после 5 и выходные дни. То есть это такая же история, как у всех. Ну, бывает с утра, потому что многие домохозяйки там, они как бы не работают дома, то есть они для них там не критично выйти в обед. Прогуляться, да, но в любом случае не пустой магазин, то есть в принципе нам даже немножко сложновато было брать интервью, ровно потому, что все-таки постоянно кто-то рядышком находился, делал свои классические покупки, там, пользовался вашим магазином, и вот по поводу пользовался вашим магазином. В принципе, последнее время уже становится нормой, что внутри магазинов появляются какие-то дополнительные точки, вот типа кофе-поинтов, но вы прям это даже выделили. Да, у нас, как бы, мы понимаем, что наши покупатели проводят много времени, то есть у нас есть примерное провождение там времени в магазине и, как бы, легкий перекус, кофе, чай, вода, то есть, как бы, да, здесь в зоне доступности и по адекватной цене, то есть здесь не идет вопрос заработка, вопрос то, что идет закрыт потребности. Ну, получается, мы уже чашечку кофе, и действительно этим активно пользуются. Это я уже пронаблюдала. И отдельный момент, что вот такими порталами вы выровняли с одной стороны пространство, а с другой стороны помогли привлечь внимание к верхним этажам. Да? То есть, ну, в смысле, поверху мы приблизительно понимаем основные категории, которые где-то находятся. Ну, мы приехали в тот момент, когда у вас происходит некая трансформация, поэтому мы можем увидеть какие-то вещи не в идеальном состоянии, но еще раз подчеркиваю, мы приезжаем просто в магазины. Да, мы, конечно, предварительно созваниваемся и предполагаем, что мы там какое-то время приедем, но мы не ожидаем, что для нас как-то специальным образом готовят проекты. Мы просто приезжаем в работающий магазин. Да, у нас идет трансформация. У нас, как один из видов, номенклатуры детской одежды, мы выделяем отдельный проект. Он выходит в свободное плавание. То есть вот тут, то, что история видит, это вот идет у нас как бы меняем локацию видов номенклатуры. То есть как бы здесь ниши пустые, там полки переделываются. Ну что ж, я предлагаю сейчас чуть-чуть заглянуть как бы вправо. Наверняка вот по вашему пути очень часто люди идут именно вправо, да? Да, у нас чуть с другой стороны, но... Ну да, мы уже как бы просто до середины дошли. Вот, расскажите, что здесь такого... Ну, хотя я уже понимаю, что мне точно хочется показать. Давайте обращу и еще раз поговорим про ваших помощников, а именно... Да, это у нас подсказка для покупателя, потому что не все знают бренды, историю бренда. Мы так лаконично, там, небольшими такими, скажем, фразами, но емкими выделили преимущество бренда, что он обозначает, для чего он нужен. Это датский бренд, бренд Великобритании. Есть партнеры, которых мы эксклюзивно представляем,
То есть мы как бы и не всегда девочки там персонал успевает объяснить, почему там ценность, в чем этой посуды. Ну, такие маленькие подсказки дают знать. И у нас как-то была, ну, как у всех, там, гиперссылка на сайт. Ну, сейчас пока вот сайтом перетурбацию, пока мы убрали. То есть можно было выйти на сайт. Ну, здесь, в принципе, так, кому нужно. Ждем, когда у вас будет обновление версии. Мы как раз обратили внимание, что сейчас изменения идут. Еще одну вещь, которую не могу не подсказать. И, кстати, да, вот не зря сказал Шамиль, что мы немножко не так пошли. Действительно, от того места, где мы посмотрели чайник, эта галерея, она прямо ведет нас сюда. Вот мы немножко сбили классический путь покупателя, но это не страшно. Нормально, тут нас избавились от семейства, и женщина уходит сюда. А, это один из вариантов. Нормально. То есть мы его тоже просчитали. Слушайте, не могу не обратить внимание на из таких вещей, которую все-таки, когда мы говорим про маркетологов, когда мы говорим про людей, которые работают с контентом, обратите внимание. То есть вот к этой коллекции привлечено дополнительное внимание в разрезе того, что столько лайков. Ну, в нашем соцсети, да, это как бы в соцсетях мы активно ведем соцсети, то есть как на еще каналы коммуникации. И вот на тот момент вот эта посуда взяла столько лайков. Ну, это обусловлено тем, что один из блогеров тоже там себе взяла, ей понравилось, то есть как бы был репост. На самом деле там лайков уже намного больше. И ну, как бы мы подсказываем, что выбор блогера. Тут много таких вещей, которые блогеры выбирают, специалисты выбирают, там, дизайнеры выбирают. То есть мы подсказываем, допустим, какой-то тренд современный. Так, ну что ж, мы так потихонечку заходим, там разумное хранение, потом у нас текстиль. И сейчас, я так понимаю, что подойдем, давайте попробуем там, посмотреть какие-то еще ваши СТМ. Вот как раз мы видим вот то ваше изменение. Да, это все будет перетрубаться. Там у нас как бы мы не акцентируем на это внимание, потому что мы каждый вид на мигтуре какой-то свой этап происходит. Здесь у нас детская одежда выходит в новый формат, то есть мы отделяем его как магазин, потому что он уже как бы вырос внутри магазина. А по поводу СТМ, это наш СТМ. У нас в двух цветах. Какой? Да, у них можно показать, и тут ягодка. Две штуки образуют целую ягодку. Ну, тут как бы сейчас там вторая, вот это вот видно? Это, да? Да, по-моему, цвет другой, да? А, нет, здесь другой. Ну, где-то он там. Вот эти две ягодки образуют там. Есть что у них? Плотность уникальная, которую артистки не выпускают. Ну, и петелька, которую я нигде не видел еще. Знаете, а это я, наверное, к производителям обращусь. Вот честно скажу, что вот эта вещь, просто петелька. Но сколько приходится мучиться, когда ты покупаешь полотенце, а потом ты просто вынуждена вшивать вручную эти петельки. Почему классическая потребность вот такого характера не исполняется? Насколько для вас было сложно убедить производителей сделать вам петельку? Не, нам на самом деле не убедили. Да, не сложно было, но все понимаем, что все этот заточено на уменьшение стоимость продукта, и многие вещи там как бы не обращают внимания. А это же удобство пользования, это же то, ради чего в итоге, может быть, поменяется решение человека. Да, и бренды из-за этого мы как бы решили, что мы хотим вещь, которая для нас интересна, и делаем под СТМ. То есть как бы нет смысла просить поставщиков, когда можем сами заказать. Ну, тут еще вторая история, это был национальный рисунок. Это такой этно-серия, у нас несколько серий полотенец, кухонная, этно-серия, и мы дальше продолжаем. То есть эта вещь нам понравилась. То есть, сколько нюансов. Да, ну, по цене он чуть дороже своих коллег, но по качеству на голову выше. То есть лично пользуюсь уже второй год, то есть как бы прям. А это как раз то полотенце, которое высокая да? плотность. Высокая плотность, да. Потрясающе. А, кстати, откуда? Это донецкая мануфактура, это наши партнеры, которым мы являемся эксклюзивом по Дагестану. Сделаем. Знаешь, которые они идут нам навстречу, тоже их не коллекция, здесь тоже такая наша коллекция, где должна быть тоже СТМ с салфетками, то есть мы тоже здесь таким же образом подсказываем, что делать. Ну и мы дошли таким образом, скажем, до правой части вашего магазина, и здесь мы как раз видим вот этот шоп-н-шоп, который позволяет человеку совершенно иначе прочувствовать, как же может быть ваш хоум, там все вещи, там, как текстиль, так и посуда, смотреться в интерьере.
И чтобы точно было понятно, как это может быть целиком, у вас здесь и стулья, и столы уже можно приобрести. Да, да, у нас как бы здесь была потребность, и мы на встречу нашим покупателям решили пойти. Здесь еще такая вторая, еще наша, ну, то, что вы заметили, наше готовое решение, тоже наш дизайнер. У нас меняется раз в неделю полностью дизайн стола, то есть здесь вся наша посуда, и для наших покупателей, для наших, не знаю, адвокатов бренда, люди, которые любят нас, которые ходят, но они фотографируют, для них это готовая сервировка, как некая подсказка, как можно у себя дома сервировать. Вообще в традиции ваших покупателей это действительно вот так богато, так нарядно накрывать столы? Ну, мы, как бы, любая женщина, я думаю, хочет там дома создать такой некий день торжества, день такой какой-то там особый день, ну, как бы мы предлагаем вот решение. То есть какая-то некая дата, которая она будет отличаться от обыденного дня, ну, то готовы некое решение. Тут на самом деле, да, да, на самом деле не все так дорого, не все так, это наши стоим. Наши стоим лен. Салфетки наши стоим, то есть как бы там многие продукты наши стоим, то есть они как раз аккуратно вложились в композицию со стульями, столами, то есть ну, такое некое готовое решение, возможно, что-то у них уже дома есть, возможно, что они докупят, и возможно, какую-то некую подсказку получат для себя. Сам себе дизайнер, да, как говорится, сделай сам. Да, я думаю, дизайнеры тоже люди, у них тоже есть, как бы, все мы можем как бы это сделать у себя дома. Шамиль, ну вот мы находимся сейчас в пространстве, то есть это получается шоп-н-шоп. Есть постоянный человек, который здесь работает. Ну как обычно, как вот, насколько сложно было там начать работать с другим ассортиментом? Ну, здесь немножко наши партнеры нам подсказали. У нас, допустим, есть готовые образцы тканей, готовые образцы материалов и готовые образцы окрасов. Условно, покупатель там захотел себе кресло в другой расцветке, в другой цветовой гамме, там другие ножки, другие. И, то есть, сайт-менеджер, она вместе с покупателем моделирует, дизайнерит, собирает стул. То есть вариация этого стула, там, мы, по-моему, посчитали, это количество нашей ткани, и там около 2000. То есть тут просто безграничная фантазия, что хочешь, как хочешь. Там, то есть. И вот так она проходит обычно дизайнером, иногда сама, там, готова фотографии интерьера. И вот они сидят, подбирают, выбирают, то есть иногда домой забирают, прицениться, посмотреть. То есть вот так в течение там, 2-3 недель до месяца мы привозим стул. Нам делают. До месяца? Да, до месяца нам производитель делает стул. Мы являемся их представителем. Наш завод-изготовитель отправляет для нас стул. Наценки на самом деле небольшие. И ценник стула тоже такой адекватный. Просто она хоть сегмент средний плюс, но он такой довольно достойный ценник стула. А как давно появился вот этот проект? Мы его где-то уже больше года. Больше года мы как бы там работаем, уже как бы отзывы, постоянный покупатель, уже там по 4-5 раз заказали, да, себе, там, детям, на дачу. Да. Таким образом еще средний чек очень здорово растет. Да, да, и нам эта история нравится, мы как бы видим дальше, хотим зайти в мебель, именно вариация, то, что сделаю там, типа сам выбери себе то, что хочется, потому что как у готовой мебель там не всегда отражает то, что потребность покупателя. А здесь он уже может выбрать то, что он, цвет, который ему нравится, материал, который ему нравится. И, соответственно, она влияет и на цены. Очень удачно получилось с точки зрения того, чтобы вот это пространство, он смотрится вроде угловое. А что раньше здесь было? Здесь у нас был текстиль. Здесь предполагалось поставить свет, но как бы мы свет не стали, потому что формат не могли раскрыть. И он был здесь текстиль. Мы текстиль перенесли чуть выше, здесь поставили стулья. Ну, мы как бы дальше будем развиваться в эту историю. И я думаю, это не такая интересная для нас была находка. Это... Вот, хорошо. Ну что ж, смотрели, скажем, совсем правую часть, ну, как бы по пути исследования, да, покупателей. Дальше мы видим, сколько здесь различного текстиля, который человек может с собой взять. Понимаю, что есть домашняя одежда, да, которую мы так планируем. Там есть ТМ, тоже есть, да, там как бы тоже немножко, мы там ищем себя. Еще одно наше решение, то есть как бы там мы акцентируемся, это наш... Партнер «Титан», мы их тоже представителем является, это номер один в России по гардеробным системам. Тоже по размерам заказчика мы просто вот
вот такую историю собираем у него дома. Угу. То есть они здесь с девочками, менеджеры дают размер и подбираем, что им нужно, как нужно, что хранить. И вот в течение недели, допустим, у него дома такая история уже. Даже весы предложили. Упаковали все. Да, да, доготовили ощущение, чтобы понимать, это наш товар, плюс как это все можно поставить, как бы обыграть. То есть человек визуально понимал, потому что как бы сложно бывает понять, что для чего. Тут на живом примере показывают, они выбирают. Да, комплексное решение – это наше все сейчас. Чем более четко ты понимаешь, что ты в итоге покупаешь, тем проще тебе открыть кошелек. Факт. Так, давайте мы сейчас пройдем уже дальше. И сейчас мы, в принципе, через центр магазина вновь уже перейдем теперь в левый край. И давайте, вот у нас технически получилось так, что есть правая часть, которая больше про текстиль, про хранение, а левая часть – это уже посуда. Да, это уже готовка, это, ну, другая зона. У нас еще один интересный момент, который я вам хотел показать. Ситуация какая, когда огромное количество ассортимента посуды, угу. Человеку тяжело выбрать, там, держать в остатках, мы с нашим партнером решили выставить образцы. Угу. То есть человек пришел, посмотрел, пощупал, потрогал, выбрал себе то, что подходит по дизайну, по стилю. Здесь у нас 4-5 коллекций, и мы привозим по заказу. Что получает покупатель? Во-первых, покупатель получает все, то, что ему понравилось, мы привозим все, потому что на складах не всегда у нас может быть, а у производителя не всегда на складах. Во-вторых, цена. То есть мы понимаем, что товар, который привезен по заказу, он намного дешевле, тем, что лежит у меня на складах. В-третьих, он может получить ассортимент, которого просто как бы может даже вообще в других магазинах и нет. Потому что новинка, она появилась на фото или там одна штука у меня, то есть он может заказать первым. То есть как бы если кому-то важно, допустим, какой-то хорике быть уникальным, то есть для них это мы делаем. У нас есть как столовые приборы, так и посуда. Да, да, здесь смотрите, какая галерея. Отдельный момент, что вам, конечно, здесь приходится дополнительно очень активно информировать людей, что это явно образец. Да, мелочи связаны с тем, что образец не продается, да, без этого никуда не... Но это вещь, которую просто нужно по процессам сделать, да? Да, понятно. У нас девочки, они принимают заказ, то есть обычно это занимает от приемки заказа до доставки недели, то есть это не так много на самом деле там... А именно доставка в дом или доставка сюда? Мы доставляем в магазин, по необходимости отправляем в дом. То есть для нас вообще не критично, куда доставить. Обычно приходят сюда, потому что как бы, они хотят убедиться сюда на месте, что-то докупить какая-то. Бывает, домой просят. Ну, как бы не критично для нас. Хорошо, ну вот здесь посуда. Сейчас посмотрим уже, возвращаемся, скажем так, через середину, да, нашего магазина. И здесь уже логичный, наверное, путь получается, потому что вот такой петлей мы уже дойдем до кассы. Да, да, у нас как бы маршрут выстроен, чтобы он мог пройти весь магазин, чтобы ничего не мог забыть. Отмечу, что в основной своей массе низкие, ну, не очень высокие стеллажи, но есть и повыше. Это чем обусловлено? Допустим, видно номенклатуру, у нас сидит кухонная зона, чтобы мы понимали, вот это вся кухонная история. То есть в этой зоне сидит в кастрюлях, сковородках, это кухонная ниша. То есть она каждый отсек он предполагает какое-то там свое направление. И там написано, о чем мечтает ваша кухня. Да, это у нас посуда, это у нас датский бренд. А давайте немножко еще о полках поговорим. Вот здесь, мне кажется, важно отметить, что для вас ведь приходится иногда уходить вот от этих ровных полок, ровно потому, что разная высота посуды. Да, они у нас полки там переставляются по высоте, то есть нам как бы стандартная полка не всегда подходит, металл не подходит в силу того, что там он корабит посуду, то есть там пачкается быстрее, а здесь, ну, условно, деревянная полка, она как бы эстетично смотрится, так, тактильно приятно, и плюс не вредит посуде. Ну, опять же, к вопросу о том, что иногда вот вроде хочется сделать ровную красивую выкладку, но все-таки форм-фактор самой конкретной позиции, или вот в данном случае вот целые комплекты, мантоварка, да, это, понимаю, опять же, традиция у вас много, наверное, таких используется. Да, да, у нас на самом деле некоторые компании только для юга России выпускают большие объемы сковородок и кастрюлю, он говорит, только юг берет. То есть 8 литров покупает только юг, чтобы понимали. Мантоварки практически юг покупает.
Ну, я, пожалуй, такого... Да, и большие сковородки, там, 32 диаметра. Здесь, здесь как бы отличие от фуда, да, FMG, здесь как бы получается, нам важно выставить всю коллекцию, потому что человек берет в комплект. Много мелочей, и, скажем, эти мелочи... О, последнее время, вот я так понимаю, вот расскажите мне про этот тренд, про хранение, как вы им пользуетесь? Ну, здесь у нас хранение для кухни основного сыпучих, да, у нас здесь на самом деле не так много фабрик, здесь у нас есть испанцы Вигар, это как бы премиальный товар, он же рядом стоит с российским брендом, ну, намного дешевле, ну, как бы логики какой-то нету, но здесь, то есть здесь кто там хочет красивый бренд, здесь кому нужна только важна функциональность. И мы ушли от многих брендов, сфокусировались на нескольких брендах, которые, для которых, в принципе, ценности оказались близки к нашим. Mm-hmm. И, то есть, как бы мы понимаем, всех партнеров не сможем выставить, и вот оставили тех, кто там разделял наши ценности. Я просто хочу еще отметить, что еще совсем недавно, ну вот такого обилия вариантов для хранения можно было и не встретить. То есть это вот действительно сейчас какой-то вот такой активный тренд, приучение к тому, чтобы пользоваться действительно там с пересыпаниями и все прочим. Я уже точно в эту историю тоже подхватилась. То есть вот меня, так говорят, вокруг меня делали информацию, и в конце концов в какой-то момент я уже решилась, и мне это понравилось. Да, тоже одно из того, что в жене там сидит, женщина сидит генетически, это порядок, чистота дома, то есть как бы это помогает привести порядок, то есть она визуально... Удобно, визуально она будет иметь красиво, это удобно туда сыпать, то есть она и доставать удобно, и хранить удобно. Ну, пакет наше все, наверное, уже забудем. Да. Давайте сейчас в зону чистоты, и, как говорится, это, наверное, уже будет завершающая категория. На что еще вы обратите внимание в части таких вещей? Наш дизайнер постоянно тоже здесь придумывает всякие фишки. Здесь у нас тоже... Это осенняя еще, да, закрывается? Так, эта коллекция была на той полке, после перестановки зашла сюда, но ее не добили. То есть вот у нас есть, мы продаем немножко продукты, они там спрятались, и мы показываем готовое решение, как они хранятся, можно использовать там те же самые крупы. Да. Ну, тоже готовое решение для того, чтобы... Здесь был пластик, а здесь стекло. Там, кому нравится интерьер стекло, то есть у нас здесь эта история. Я вам так больше вот скажу. Я прямо здесь ходила и высматривала вот такого рода баночки этого же бренда, только квадратные. Ну, будем знать. Да, этот запрос. Кстати, да, вот квадратные и прям... А сказать почему? Потому что они помещаются больше. Да, потому что для меня вот это, например, важно, потому что эффективное использование пространства, да. Вот. Ну что ж, здесь есть история про хранение. Здесь уже хранение уже в гардеробе, там, в ванной, моечной, прачечной. То есть та зона, которая вне кухни у нас идет. У нас идет, получается, спальня, столовая, кухня, прачечная, моечная и прикасовая зона. То есть как бы здесь идет по логике, как... Так, да. Если женщина там озадачилась гнездованием, что-то захотелось ей поменять в доме, она действительно найдет здесь все и ну, как бы вдохновится на какие-то новые изменения. Да, вот. Да, здесь мы как бы постарались максимально, чтобы все было, могла выбрать здесь. Здесь у нас зона уборки, и у нас от хороших до дорогих, да, вот. Звучание от хороших до дорогих. На самом деле, периодически разговариваем о том, что ну, вот какие-то вещи, которые там недолго работают. Да. Вот как к этому ассортименту вы относитесь? Мы практически не берем такой продукт. Мы считаем, что очарование от цены разочаруется с долготы его использования. То есть здесь вещи, которые мы уже проверены годами. То есть это очень такие классные вещи, хорошие поставщики. И если заметить, они все коллекциями. Посмотрите по цветовую гамму. То есть синяя гамма цветовая, здесь такая бледно-розовая, я могу ошибиться в цвете, это мужская тема, нормально. Бледно-розовая, здесь серая зона. И то есть как бы здесь человек выбирает, какая ему нравится. Ну и профессиональная серия у нас идет. Да, ну и я понимаю, так вот как раз мы говорили о том, что у вас вот клеенки вот эти, скатерти, которые можно нарезать. Это отдельный момент, что вам в этом плане помогают продавцы, да?
Да, у нас есть, кто отвечает отдел, тут он нарезает. То есть тут у каждого размер стал разный. Кто-то нас на полу может покушать, то есть ему нужна там разная длина, то есть ну, подбирает под себя длину. Здесь уже ванная тема у нас пошла. И расходные. Пошли уже расходники, и я так понимаю, что вот оно, на самом деле, вот это круговое большое прогулка, большая круговая прогулка, причем здесь у нас такой ассортимент, который можно добрать посредством, вот вроде как и не надо, а оп, мы можем, вот именно здесь вы в итоге сохранили, вернее, привнесли уже, ну, не парфюмерию, а, скажем, вот все вот эту историю с чистотой. Да, средства. Да, мы понимаем, что купив швабру, там, допустим, тот же покупательница заточена на уборку дома, и чтобы ей уже не искать там, чем помыть, да, что помыть, где помыть, то есть мы уже даем ей химию. Ну, мы здесь тоже обусловлены именно экологическое, качественное, то есть мы здесь на приоритет у нас идет на качество. Ну, наши бренды, которых мы давно сотрудничаем, ну, то, что там... То есть мы ценность здесь тоже подаем. То есть не так просто, как бы там любой бренд, но такой бренд, который там нам созвучен. Там ценность разделяется с нашей ценностью. Это у нас акция идет, это уже до продажа. То есть... Какие-то интересные мелочи для сыпучих историй, причем с разными какими-то решениями. Да, вот все такие вот фишечки. А, я так понимаю, что это ваше, я прямо вижу название. Да, это наш СТМ, это наши бренды, свечи, запахи, ароматы, ароматические свечи для автомобилей, свечи. Угу. Это мы в прошлом году ввели линейку, она прям бомбанула, и мы дальше как бы... Люди привыкли покупать, вот скажем так, насколько любят ваши покупатели ароматы? Вот это родившийся тренд или всегда так было? Вообще южане, они очень любят запахи. То есть они на себя много там парфюма сыпят, не всего того, что там как бы, а всего там традиционно, специфики. Да, специфики, они же любят запах, вкусно пахнет, чтобы дома вкусно пахло. И это как бы, я думаю, очень такой большой тренд, каждый номер практически я вижу диффузор, то есть это, наверное, раз в каждой комнате там запах, а каждая комната обосновывает свой запах, да. По линейке мы немножко здесь хитрили, мы взяли топы продаж, скажем так, парфюмерии всего, из них сделали немножко, как это говорить, переосмыслили для домашнего запаха. То есть мы там топ продаж там, женского парфюма немножко добавили нотки и переосмыслили для домашнего. То есть он получился очень классно, знакомый запах, но чуть по-другому звучание. Здорово, ну, как бы нужно опираться на что-то, и в этом случае дополняя, скажем так, вот вообще, когда рождаются идеи, которые, или там, подсмотрели, абсолютно нормальным является подсмотреть, но вопрос только в том, сможете ли вы в дальнейшем адаптировать эту историю под себя так, чтобы она действительно приносила результат, и ваше умение как раз в этом и заключается. Ну, мы здесь пошли такого, от меня меньше сопротивления, если это делается хорошо, почему нам его не взять? Так, заработок лишним не бывает. Так, ну что ж, мы уже пришли в то место, где у нас касса, и отдельный момент, что здесь как бы и свет удобный, люди продолжают там, может быть, что-то еще докупать. Вижу какие-то финальные предложения, что-то купить там по совсем интересной цене. Ну, я так понимаю, простое решение, связанное с кассами, но мы уже обсудили, что кассы самообслуживания вы не считаете необходимым сейчас вводить, но абсолютно нормальные станции, которые позволяют переупаковать. Да, мы здесь девочка переупаковывает товар, то есть как бы мы здесь не оставляем покупателя там, чтобы сам на сам упаковывал, то есть девочка профессионально упаковывает там бумагу, стричь пленку, чтобы он донес до дома. Целостность, сохранность там продаж. Ну и, конечно, есть сервисные моменты уже на финале для упаковки, ну, логичное место для этой красоты, и человеку может дополнительно допродать какую-то историю, которую, чтобы сделалось уже действительно той покупкой, которая праздничная покупка, да? Вот. Ну что ж, знаете, вот планомерным образом прогулялись по магазину. Понятно, что для многих людей прогулка к вам – это в какой-то мере релакс, отдых, да. И заряжение какой-то энергией. Вот я это почувствовала, мне это интересно, как мне реально здесь комфортно, и это здорово.
Вот. Знаете, здорово, когда здесь явно еще пользуются вашими бонусными системами, да, то есть, ну, потому что это действительно для людей важно, они являются вашими постоянными покупателями. Я предлагаю сейчас пройти, чтобы не мешать покупателям. Вот. И таким образом мы прошли вот эту 1000 квадратных метров, на которой находится 20 тысяч SKU абсолютно разных категорий, которые создают уют в доме. Еще раз, как у вас слоган звучит? Товары для дома и уюта. Товары для дома и уюта. Ну что ж, гостям и жителям Махачкалы есть возможность прийти и прочувствовать, что это такое. Шамиль, большое спасибо за то, что вы показали. Далее, спасибо, что пришли к нам. Этот магазин. Вы знаете, каждый раз не устаю радоваться, что есть ценностный магазин. Магазины и есть предприниматели, которым важно делать такой вот не только цена не равно ценность. Все-таки нужно создавать вот эти дополнительные услуги, сервис, подбирать ассортимент таким образом, чтобы сюда люди приходили даже в век онлайн-торговли, когда вроде как многие миллионы товаров у вас на ладони. Спасибо еще раз. Наталья, спасибо. До встречи в эфирах экспедиция-ритейл.ру. Читайте материалы, которые мы выпускаем по итогам. Изучайте, приглашайте. Готовы приехать к вам для того, чтобы показать ваши магазины. Всего доброго. До свидания.